Персей, сын Данаи. Откуда ты знаешь мое имя? Обязан знать. Царь Полидект послал тебя за головой Горгона Медузы, правильно? Да. Хитрое бестие, этот царь Полидект. Не говори так о нем! Полидект добрый человек. Он приютил меня с матерью, когда у нас не было крова над головой. О, в чулане, возле свинарника. Кто ты такой, чтобы над всем смеяться? Моя мать говорила, надо верить в добро. Добро, мой милый, такой же товар, как и все остальное. Покупается и продается. Верь мне, как Богу. Богу? Я Бог. Правда, не из главных. В моем ведении находятся связи между людьми, обмен письмами, договора, торговые сделки, ну и так далее. Зовут меня Гермес. Я там, где есть расчет и выгода. Оскорбил меня? Нет, я спас тебя. Над нами пролетела медуза Горгона. Они окаменели от одного взгляда медузы Горгоны. Кстати, она считает, что таким способом дарит людям бессмертие. Опасный противник. Тебя ожидает такая же участь. Я убью ее! Ты нравишься мне, Персей. Правда, ты молод, но опыт — дело наживное. Я решил помочь тебе. Мой меч надежней. Возьми его. Когда будешь сражаться, смотри не на медузу, а на ее отражение, иначе погиб. Дорогу к медузе стерегут старые граи. Тебе нужно добыть у трех старух крылатые сандалии и волшебную сумку. Будь осторожен, старухи плутуют. Не продешеви себя, Персей! Позвольте глаз, сестрица старшая. Я проверю. Игра есть игра. Охотно, сестрица средняя. Нет, мне. Дайте глаз мне. Вы обе плутуете. У тебя что было раньше? Петух, голь и чека. Сестрица старшая. Откуда же взялся полняк? А? Ой, сестры, какой хорошенький! Кто это? Молодой человек, стройненький, красивенький. Мужчина? Мужчина! Да, да, да! Дай глаз! Ну, подождите, подождите, я сама полюбуюсь! Безжалостная! Бессердечная! Ты
требуй за глаз сандалии и сумку. Вот ваш глаз, добрая женщина. Что ты наделал? Мы спасены. Благодарю тебя, милый юноша. Полюбуйтесь на него, сестрицы. О, он красив, как бог. Не могли ли бы мы что-нибудь сделать для тебя, благородный юноша? Мне нужны крылатые сандали и волшебная сумка. Вроде были у нас такие. Да, но где они? Постойте, не здесь ли? Повесь-ка сначала на плечо сумку. Подарил нам цветы. Летит, летит. Дай посмотрю. Отстаньте, я первая. Отстань. Да ну вас, я сама буду смотреть. Повезло со старухами. Но все могло кончиться и неудачей. Нельзя давать волю чувствам. Для человека один закон. Выгодно ему или невыгодно. Слушайся меня, и ты станешь единственным властителем на земле. Боги уважают сильных. Имей в виду. Это остров Медузы Горгоны. Помни, один ее взгляд, и ты погиб.
Почему ты не смотришь на меня, мой мальчик? Я хочу полюбоваться твоим лицом. Посмотри на меня. Ты слишком волнуешься, мой милый. Посмотри на меня. Лучший из всех состояний — полный покой. Посмотри на меня. Ты хочешь стать бессмертным? Посмотри на меня! Поздравляю тебя! За твой подвиг тебя ожидает награда. Голова Горгоны Медузы здесь. Получай свою добычу. Куда ты сейчас? Царю Полидекту. Я должен отнести ему голову Медузы. Договор у вас был письменный или устный? Я обещал ему. А-а-а, значит, на словах. А ты знаешь, зачем Полидекту нужна голова Медузы? Нет. Так знай. Даже мертвая голова Медузы сохраняет свою ужасную силу. Еще только один раз. Она способна обратить в камень все, что попадется ей на глаза. Зачем же отдавать такое грозное оружие в руки какому-то Полидекту? Воспользуюсь этим сам. На что это мне? Как на что? Страх перед взглядом Медузы будет опорой твоей власти. Я готов оповестить всех. Если вам дорога жизнь, признайте Персея своим победителем, или он обратит вас в камень. Вся вселенная будет у твоих ног. Тебе нужно это? Открою тайну. Я хочу выйти в главные боги. Ты покроешь всю землю храмами и святилищами в мою честь. И там, на Олимпе, кое-кому придется потесниться. Одним словом, я помогу тебе, ты мне. По рукам? Что это за страна под нами? Кажется, Эфиопия. Почему ты мне не отвечаешь? Для тебя это прямая выгода. Что это там? Я хочу посмотреть. Что там смотреть? В твоих руках твое будущее, судьба всего мира. Девушка! Она прикована к скале. Не о девушках надо сейчас думать. Я о деле говорю.
Кто ты? Как тебя зовут? Андромеда. За что приковали тебя? Андромеда. Так пожелали боги. Оракул сказал, что наш город, где царствует мой отец, избавится от морского чудовища только тогда, когда он принесет меня, свою дочь, в жертву. Отец любил меня. Он не хотел. Вот оно! Поднимается! Уходи! Оставь меня! Я не хочу, чтобы ты погиб из-за меня! Не бойся! Я спасу тебя! Безумец, не делай этого! Не делай! Свободно, Андромеда. Хочешь ли ты пойти со мной? Ах, какое дело погибло? Из-за чего? Так ты и не понял, что человек должен прежде всего заботиться о своем собственном счастье. Я нашел свое счастье. Прощай. Любовь не по моей части.